лейтенант сказал: старшина, пойдешь в наряд на Рубинштейна, что смотришь волком бодрее вид, порисвишься там, ты же не инвалид. Ну а смотри за порядок, отвечаешь мне, там часто бывает, как на войне. А если что-то будет не так, инструкции знаешь ты в них моста. На Алисе, ДДТ и кино, на живого ПГ посмотреть давно. Я хочу, я знаю, он будет там. О боже, как повезло всем нам. Но порядок есть порядок, куда сидеть? Молчать, не плясать, не петь. Я не знаю, что будет, я вижу, что есть. Эти парни запросто могут сесть. Милиционер, рок-клубе, милиционер, рок-клубе. Получил приказ летать. Какой летать, я, братцы, неба-то не видел. Что за базар, с горы видней, не рассуждать, ядрёна мать, чтоб завтра были змей Петров в летящем виде. Приполз домой, а там рыдает вся родня. Рожденный ползать, папа, он летать не может. Ах ты, щенок, интеллигент, что отбиваете меня? 100 грамм для храбрости приму, авось поможет. Перестройка! Есть установка всем летать, всем быть орлами. А тот, кто ползает еще, тот гад не с нами. Летать, наверное, я люблю, не подходите, заклюю. Начальник все мне объяснил, я птица Ваня! Ваня! С утра весь перья к Змей Петров ползет к горе. Два
санитара подтащили к облакам. Начальство рядом в государственной норе. Ужом скрутились потроха, тот санитар сдавил бока, а он курнул и прохрипел: уйди я сам. Ужом скрутились потроха, тот санитар сдавил бока, а он курнул и прохрипел: уйди я сам. Он не мажор, не тусовщик, мама. Он не буддист, он не нюхает клей. Он не курит траву, он оделает любого теоретика кунг-фу. Мама, 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 мама. Я любера люблю. Значки. В его клетчатой куртке звенят пятачки. Каждую ночь из Москвы он не привозит трофей, скальпы вражеских панков, амулеты хитей. Мама, 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 мама. Я любера люблю. Я чествую вас, сыновья дипломатов, юристов, министров и директоров, ожиревших актрис, журналистов, магнатов, многотомных поэтов и суперкинцов. Короче, те, кого всегда у нас вызывают на бис. Ура! Те, кто всегда легко пролезет без сорвите уборы, по улице чешут мальчики мажоры. Раскройте рты, сорвите уборы, на папиных волнах мальчики мажоры. Завернута в тело, душа это нет. Какое вам дело? И так все легко, с соплякам и просто. Папаша добьется служебного роста. Папаша попросит весь зал кричать ему: эй! Папаша исполнит любой сыночки на бояться того, чего нет. Плещется что-то в груди. Как просто вникать в наркотический бред о том, что все еще впереди. Как легко верить в то, что нам с детства долбят. Сомневаться в чем-либо лень. Хорошо выпивать, жрать и дев целовать. Пусть всегда будет выходной день. О, не пинайте! Сумели, как-то дело спрашивать.
бьется в глаза. Мы бьемся насмерть во вторник за среду, но не понимаем уже четверга в этом мире того, что хотелось бы нам. Нет! Мы верим, что в силах его изменить,